Акуна Матата, всем, кто смотрит данный... Ух ты. 3, 5, 2, 4, 1. Так, ладно, не об этом сейчас речь. В общем, Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами... игра Friend Bow и Пумба. Теперь за место черного кота с нами белый кролик. И все, что осталось от Вилли Вонка. Или как там его? Давайте сорвем. 4. Ага. Вот так, 4. Так. Запомним. 2. Дес. 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 Комори дес. Дес. Чичай дес. Дес. Это будет Е, да? Или как там? Нет, не Е. Да, Е. Шенк. 3. 3-3. Прям неинтересно. Вот здесь просто черточка, да. Ена. Привет, вы другая голова Эдварда, мне нравится ваш цилиндр. Привет, вы другая... Так, ладно, что-то это подставка этого. Ну, что меня подставил? Эдвард сделал бумажный кораблик. Эдвард нас подставил. Эти лампочки не знают, оставаться им включенными или нет. Я не знаю, что рядом Альма зато. Так. Воу! Так. Инструмент, кажется, это гаечный ключ. Нифига, у тебя сумка, да? Гермиона грёбаная. Фрэнк Гермиона, реально, у тебя просто до хрена всего. Вот тут зеленый лист. А, зеленый лист, ладно. Морковь. Я все подбираю. А, морковь кролику. Шикарно. Я догадался. Ух ты, механическая рука. Это рука? Ты живая? Думаю, она любит нажимать на кнопки. Ух ты, Воу! Не, давай. Пока не надо. Похоже, машина нуждается в энергии, чтобы проснуться. Я был клинок, я знаю, что есть. Ага. Так. Так, еще и саму крутить надо. Так. Шикарно. У-у-у-у. Чего-то не хватает. Батарейки. У меня нет батареек. А, может быть, кстати. Да, действительно, чего не буду. Где здесь батарейка? А, может, наверх надо подняться будет? Так, что это такое? Не поройся, что мне делать? Чего? Морковку давай запихаем, чего? Что ты спрашиваешь? Морковку пихай. В любой непонятной ситуации просто пихай морковку. Так, милое растение, вы дарите много воздуха. Так, ладно. Какой милый деревце. Ни хрена не делаю. Так, ладно, давай морковку пользовать, на. Это нельзя... Как? Чего ты испугал это? В любом случае, это очень милый. Господи, я такой сижу, думаю, что сейчас делать? Нам не выйдет, да? Мистер Полос, скажи что-нибудь, не забирайте моего котика снова. Приди, если откроется. Бегом! Шикарно. Так. По крайней мере, мы хотя бы одну головку выполнили. Так. Ну вот, батарейка на месте, да, заработала. Шикарно. Закрыто как-нибудь надо. Так, ладно. Так, это понятно. Ну, она любит. Так, ну это понятно. А, вот, заработала. А, теперь я могу нажать зеленую кнопку, что произойдет. Отвезите меня вниз! Воу! Ну вот, мы и посмотрели, как я хотел. Просто я тут не все еще сделал. Я хотел здесь посмотреть именно вот в таком варианте, как оно здесь. Теперь я не хочу смотреть в таком варианте. Ну ладно. А, вот про какого кролика ты говорил. Так, слышь, давай я с ним поговорю просто сначала, подтылдычу. Воу! Ох, механический кролик совсем не милый. Может, кролик злой или голодный? Или то, и другое. Так, на, морковку тебе, я так и думал. Большой, морковка для большого-пребольшого кролика робота. О, ключ! Съел? Съел? Съел, нет? Еще возьму. Чего-то с ним надо сделать.
Так ты ебух такая. Так ты. Да капец. Ох, почему ты испугал это? Ладно. Я пока что не понимаю, что с ним сделать. По-любому что-то надо заморочиться. А, если ему морковку положим. Не положим. Давай ему ножом втащим, чего нет-то. Так, ладно, пока что я ничего не вижу. Ладно, хрен с ним, поехали наверх. Пока что здесь ничего не сделать. Давай, жми. Погнали. Кнопочки любить, нажимать. Так, ладно, это расчет. А, это если тень придет. Понятно. Что у нас? Символ воды, наверное, это с чем-то связано. Ага, ну это вода, вот как раз. Я что-то к вам не хочу подходить. Понятно. Так как... Да капец, ладно. Так, ладно, допустим, ладно, пошлите к этим. Ну или это. Фу! Там можно было... Мамочка, бабочка, кто сделал это с вами? Почему вы здесь? Прошу, скажите мне. Можно было не показывать это, пожалуйста. Как бы. Вы нормальный без этого? Так. Штука нужна, чтобы создать музыку с помощью ветра. Я пока что не понимаю, что надо сделать. Охренеть, как я вам угадаю. А, во, может, что-то тут надо. Просто флаги. Ведро огромное, металлическое вертушки. Может быть. А! Шикарно. Теперь подойти, может, воды сюда налить? Нет. Ловушка, это же сети не все. А, нет, нельзя использовать. А, поехали вниз. Что нам надо? Дерево. Дерево. А, вот, кстати, у нас стоп может. Понятно. Может полить. Нет. Тоже тогда. Тоже тогда. Может быть нам напылялись? Давай, а. Я еще не понимаю. Так, что-то там цифра какая-то. Я не вижу, что за кроликом. Ага. Приятно. Ох ты, нифига себе, надо запомнить. А, надо сначала знать, в каком порядке. Так, цифра 1. Понятно. Первая цифра. Это
8 раз направо. Так, погодите, мне нужна бумажка, я так не запомню. Я теперь понял, в чем фишка, я теперь понял, что это цифры, зачем это жрачка кролику. Чтобы. Блях, у меня ничего нету. Представляете себе, блин, хоть бы телефон какой-то да рядом был. Так. Блин, даже планшет не рядом. Черт. Ладно, 8 направо. 8 направо. Постараюсь запомнить. 8 направо. 8 направо. А, вот теперь за кроликом надо будет это посмотреть. 8 направо. Так, теперь за кроликом сейчас посмотрим. Да, нужно. Что, морковку? 8 направо. Теперь смотри. 5 направо. Восемь направо, 5 направо. 8 налево. 6 направо. 9 налево. давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О! А, я шикарен. Думай. Эй, а ну, а, давайте посмотрим на шопу. Ой, не я, а да тут кнопочка, вот. Ты конченый, да? Ты серьезно, дебил? Сюрприз, Фрэнс, с днем рождения. Вечеринка в честь дня рождения. Я думал, вы хотите убить мистера Полночь. Вы соврали, чтобы отвлечь. Мы соврали, чтобы отвлечь тебя. Мне очень жаль, что нам пришлось тебя обмануть, мой друг. Мы хотели сделать тебе сюрприз, моя дорогая Фрэнс. Присядь, поешь торт. Ладно, спасибо, котик, вы меня очень удивили. Спасибо вам и торт, сэр. Слушайте, вы меня напрягаете. Торт сделан из твоих любимых ингредиентов. Из мистера Полночь или чего, там, кишков, котов, чего ничего. Мистер Полночь мне о них рассказал. И у нас есть кое-что особенное для тебя, всей команды нашего корабля. Это значит от всех нас, существ, рожденных естественно или вручную. Держи. Надеюсь, ты найдешь его познавательным. Носок? Ой, да, мне нравится упаковка. Могу его открыть, пожалуйста? Да, вперед, открой его. Я ходить могу? Ну. Ага. Пишу код, шикарно. Ух ты, игрушечный кот, большое спасибо, мне нравится, он красивый. Он может дать твоим глазам новое восприятие, знаешь, как ультрареальность. Именно это происходит, когда я принимаю таблетки, сэр. Я вижу ультрареальность, ну, зависит от обстоятельств. Тебе нужны какие-либо пояснения? Вообще, да, да, пожалуйста. Смотри, ты видела смесь из различных реальностей. А ультрареальность — это невидимая комната, где все существует одновременно. Например, в это самое время и в этом месте у нас вечеринка в честь дня рождения. Но в ультрареальности постоянно происходят другие вещи. Более медленные, более быстрые или просто невидимые для человеческого глаза. Благодаря времени люди могут рассмотреть прошлое, настоящее, будущее. Возможность определять вещи и ограничить реальность. Это помогает людям понять свою окружающую среду. У тебя другое восприятие окружающей среды, оно не связано с определениями. Ты понимаешь, о чем я? Я не уверен, сэр. Думаю, возможно, у меня голова идет кругом. Ага, это от того, что корабль то поднимается, то опускается. Задуй свечи, дорогая, мы скоро достигнем цели. Вы имеете в виду, что мы вот-вот будем дома? Ты слышишь, котик? Да, мы вот-вот прибудем. Чё-то как-то все легко. Правда, ух ты, как волнительно, хорошо сейчас. Эй,
Эй! Воу! Ох, нет, 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 нет! Он очень чего-то расстроен. Ой-ой! Что происходит, министр полностью? Ты в порядке? Я в порядке, но надеюсь, корабль не сломается. Звучит опасно. Ты чего? Френ, ты должна помочь. Ты должна помочь. Мне снова нужно вести машину. Чего ты так угрожаешь? Смотришь, Камал уничтожили автопилот. Один остался в живых, ты должна от него избавиться. Найди его быстрее. Как я это сделаю, сэр? Вода расчищает от грязи. Подпиши, помни, он может скрываться от твоих глаз. Боже мой, котик, мне страшно. Мне тоже, моя френд. Мы должны найти Камала. Очень надеюсь, что вода его уничтожит. Пойдем. Да пиндоски вообще. Ничего. Что ты в носках ходишь? Не знаю, раз. Сколько ты ходишь в носках? Так, ладно. Я просто подойду, просто чтобы обосраться. Так, ладно, еще раз не надо. Ух ты, жопа, жопа, жопа. Жопа шли. На, стань чистой. Чего, 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 тихо, тихо, беги. Да ты беги, ты что? Куда ты уехал? Ох, не убегай, куда ты идешь? Стоп, у меня вода-то осталась. О! Отлично. Как нет? Сейчас что произойдет, если я найду ключ? Тоже нашел ключ. Блин, да как? Блин. Я нашел ключ. Нет? Давай ножом пронем, короче, этого. Слышь ты. А чего мне делать-то? У меня нечем даже с ним драться. Надо жалейки нет. Точно. На! На! Ты же не думал, что так легко со мной будет, а? Ты серьезно думаешь, я тебя не чищу? А куда ты? Кажется, я наконец боялся от Камала. Я лучше, нужно вернуться к Утерду. Иди в жопу. О-о-о! Итан, Церт, у нас получилось, Камал исчез. Он исчез, да, но слишком поздно, дорогая. Я не могу доставить тебя домой. Я почему-то так думал. Мы снижаемся. Нет, прошу, не говорите так. Это нечестно, нечестно. Френ. Я всегда буду заботиться о тебе, моя дорогая. Что, с тобой разбиваюсь сейчас, что ли? Чего? И корабль падал, пока не разбился. Все было уничтожено. Я сейчас не понял. То есть вот так сюда. Конец. Но это очень просто конец, Эдвард. Расскажи мне другую историю, пожалуйста. Хорошо, эта история обо мне и Фрэн Боу. О том, как она обещала никогда не забывать про меня и про магию. Ей, я обещаю, что я никогда не забуду, тебя не забуду. Хорошо, а теперь пора спать. Если это все, то это самый поворот, 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 поворот. Я такого не ждал. Жди меня в своих снах, мой друг. А вот и нет. А вот и нет. Стоп, мы в больнице, что ли? Слава богу, это не конец. Ты не нюхай меня! Куда? Нюхай меня! Итвард? О, котик, мы живы.
Мы пережили крушение. Неужели? Да, мы живы. А, ну этот пропал. Он привез нас домой. Мы за городом, Фрэнк. Я чую это. Ты уверен, котик? Мы в самом деле дома? Я думал, ты будешь счастлив это услышать. В чем дело? Просто мне интересно, где Эдвард. Я бы хотел с ним попрощаться. Может, ты примешь таблетки, чтобы увидеть его снова? Да, котик, но я уже приняла все таблетки, видишь? Банка пуста. Так или иначе, пойдем домой. Может, Эдвард навестит меня когда-нибудь? Твою мать, то есть мы больше не увидим Эдварда. То есть он все-таки погиб, блин. Молодец, мужик, защищал до конца. Он жизнь. Ну, в общем, на этом я с вами прощаюсь. На такой грустной ноте. Мы попрощались с нашим другом. В общем, спасибо всем, кто смотрел данное видео вместе со мной. Как даже печально скрустнулось. Пойду поем спагетти. До новых встреч на канале. С вами был Пумба, игра Фрэндбол и Итвард. Снимем шляпу, дадим им 5 код, да. До новых встреч на канале. Пока. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка.